Всем привет, друзья! Все мы натыкаемся когда-никогда в новостях на какие-то печальные известия о гибели людей в молодом возрасте, какие-то трагические ситуации, какие-то знаменитые люди, успешные, с деньгами, со связями, молодые, самое главное. И вот это самое печальное, что вот так вот жизнь прерывается на полпути, на начале пути и в рассвете пути. И, в общем, это все очень, конечно, трагично. Вот там из недавних историй из наших, да, там Юлия Началова, Децл, Жанна Фриске, как бы казалось бы, да, все у людей есть, но вот такое происходит. Всем нам кажется, что это не с нами случится, что наша хата с краю. Но нужно понимать, к сожалению, осознавать и проецировать немножко на себя, что, к сожалению, это может коснуться каждого из нас, и нужно во избежание этого как-то содействовать и друг другу делать добрые дела при жизни, прежде всего, и потом уже вспоминать добрым словом. И вот тех, кого тронули какие-то эти события последние, у вас есть шанс как-то поучаствовать в добром круге и как-то внести свою лепту в чью-то судьбу, да? У меня есть очень моя хорошая подруга в России. Знаю я ее уже 15 лет, и человек в свое время, это было очень давно, 20 лет назад, совершил такой поступок, спасал на пешеходном переходе свою дочку в коляске. И трагически так получилось, что себя спасти не особо получилось. Она попала под удар КамАЗа, и все ей переехало, и все бедра, все ноги, и, в общем, было ужасные, конечно, травмы. И человек с этим живет. Вы представляете, какие травмы после такой аварии у человека? То есть тут даже особо рассказывать не стоит. Там и шурупы в костях и так далее. В общем, операции проходят чуть ли не с регулярностью раз там в несколько лет. И, в общем, человек с этим живет. И все это перечеркнуло жизнь на до и после, да? Вот. Ее зовут Маша, Мария. И я призываю людей, тех, кто сочувствующих, тех, кто участвует в таких ситуациях, не проходит мимо, тоже не пройти мимо и помочь. Очередная операция очень серьезная, уже там приходит и онкология, к сожалению, и осложнения спустя столько времени. Операция стоит сумасшедших денег, операции и, скажем прямо. Там требуется много операций человеку, и человек тоже молодой, еще 40 нет, поэтому нужно спасать ребят. И не знаю, я всегда в таких делах участвую, когда вижу в интернете, когда это действительно от каких-то моих знакомых идет посыл, либо от каких-то людей, кому я доверяю. И я всегда пересылаю деньги, и к сожалению, опять же, как человек устроен, еще тут такая вещь, что когда ты помогаешь, ты даже прежде всего свое самолюбие как бы успокаиваешь, что вот я такой хороший помог. Это если откровенно говорить, да. Вот, но прежде всего, конечно, мы говорим о человеке, что человеку действительно, человек реальный, человек действительно требуется в помощи, и суммы сумасшедшие. Просто когда я слышу эти суммы при общении, у меня, конечно, волосы поднимаются дыбом. Это вопрос стоит о сотнях тысяч рублей, которые, к сожалению, которых нет. Вот. Я как-то видео делал, собирал деньги на лечение собаки. У меня у друзей в Майами попало под машину. И они только приехали тогда в США, и, конечно, у них положение было жестокое, такое жесткое, и операция была $4000 на лапку. И вот каким-то макаром, я надеюсь, то видео на YouTube немножко им помогло. К
кто-то откликнулся. Я знаю, что это всегда процент минимальный, те, кто откликается, но тем не менее, каждая копейка на счету, и тут нужно помочь не только действительно состраданием, какими-то словами, а действительно действиями. И какие-то даже копейки, которые мы от себя оторвем, они не сделают нам погоды, но сделают человеку в общую копилку какую-то помощь. А человек абсолютно был против этого видео, а потом, когда я все-таки уговорил, стал кидаться там доказательства, там снимков и так далее, там врачебных предписаний и записи на операции счетов предоставить, но я считаю, что это лишнее. А если люди не откликнутся просто на какой-то призыв, то они, собственно, не откликнутся на какие-то даже бумажки, посчитаю, все равно это каким-то разводом. Вот, поэтому решать, конечно, вам. Но мне захотелось записать это видео, и действительно очень важно понимать, что нужно максимально делать при жизни, что жизнь любого может оборваться в любой момент. И либо, если не оборваться, то пройти вот в таких мучениях из-за таких трагических ситуаций, как вот у Маши моей. Так что вот так, карта Сбербанка под видео, MoneyGram переводы, трансферы, Western Union, что угодно. Это все очень просто, это все очень быстро, и кому сколько не жалко. Мне на себя просить, к счастью, не доводилось, и надеюсь, до такого как бы я не дойду, но вот для других мне вообще совершенно не зазорно, и я считаю это абсолютно нормальным. И те, кто смотрит мой канал, я знаю, что у меня сейчас просмотров очень мало, что только будет очень мало, но тем не менее хоть как-то куда-то прорваться. Копируйте это видео в какие-то другие социальные сети, распространяйте. Давайте поможем Маше и, я не знаю, запустим какую-то волну добра. И Маша, живи. Всем пока-пока.